Место, где ночуют самолеты. Съемочная группа канала ОТС получила уникальную возможность побывать на крупнейшем авиаремонтном заводе страны. В закрытом ангаре лайнеры проходят диагностику абсолютно всех деталей. А лицензия предприятия позволяет эксплуатировать крылатые машины в любой точке земного шара. Сергей Толмачев о том, что происходит с огромными железными птицами, когда они спускаются с неба. Это правый двигатель Боинга 757. Сейчас чехлы сняли для проведения диагностики. Сегодня на площади равной трем футбольным полям ремонтируют три среднемагистральных самолета и один дальний магистральный. Но здесь может поместиться еще несколько летательных машин. Этот ангар собрали еще 60 лет назад. Металлические конструкции трофейные. Из Германии их привезли в нескольких эшелонах. Трудно поверить, но температура на этой огромной площади всегда больше 20 градусов. Даже когда открывают ворота для буксировки самолетов, микроклимат восстанавливают за несколько минут. Здесь даже лимоны растут в лабораториях. Когда есть необходимость перекатки самолета, мы открываем ворота, пускаем холод, но после закрытия ворот включаем экстренную подачу тепла и быстро восстанавливаем рабочую температуру. А дальше все по принципу ремонта автомобиля. Только деталей в тысячи раз больше. И двигателей несколько. Вот так выглядят реактивные двигатели со снятыми капотами. Отсюда поступает воздух, а это камера внутреннего сгорания. Продукты смешиваются и поступают вот сюда, в сопло. Именно отсюда вылетает та самая белая струя, которую мы видим в небе за самолетом. Пока механики разбирают двигатель на запчасти, инженеры в кабине пилота проводят тестирование электронной начинки лайнера. Под приборной панелью тысячи микросхем, сенсоров и датчиков. У каждого типа самолета свои преимущества и недостатки. Ну, Airbus электронный самолет, с ним полегче в плане тестирования. Он очень умный и сам себя тестирует и говорит, какие проблемы где находятся. С Боингом чуть потяжелее, он более железный. Соответственно, приходится больше людей и больше времени на тестирование. Если в электронном мозге найдут неисправности, устранять их будут на заводе изготовителя. Это единственный вид ремонта, который не делают в Новосибирске. Таковы международные правила. Менее сложные приборы починят здесь. Удивительно, но чаще всего из строя выходят кофеварки. Накипь. В Новосибирске вода железистая, в Москве известковая, в других городах другие примеси. Дома никто из чайника с вот таким слоем накипи чай не пьет. Вот, ну, поэтому у нас здесь происходит удаление, он выходит отсюда как новенький. В ангаре с крылатых машин снимают обшивку, закрылки, чехлы, даже дверные ручки. Элементов сотни тысяч, и каждый из них маркируют. На каждой снятой с авиалайнера детали крепится вот такая специальная бирка для того, чтобы деталь вернулась именно на свое место. А чтобы ее закрепить родными болтами и гайками, они помещаются в вот такие мешочки. На территории предприятия несколько цехов. В этом покраска и рабочие одеты в специальные костюмы. А здесь, в буквальном смысле слова, штопают текстильные элементы. От багажных сеток до обшивки кресел. Нитки особые, ткани тоже. Ткани тут тестируются, прежде чем сшить чехол, тестируются на горючесть, самозатухание. То есть не просто ткань. На заводе устраняют самые мелкие недостатки. Например, если чуть-чуть потерлось отверстие в обшивке. Инструменты специальные, потому что материалы необычные. Самолет должен быть легким и прочным, поэтому его корпус сделан из дерулюминия, а внутренняя обшивка из композитных материалов. Например, кожух трапа, несмотря на его внушительные размеры, я могу поднять всего двумя пальцами. А когда детали становятся как новая, их соединяют самым старым способом. Со времен создания первых самолетов самым надежным способом крепления остается заклепка. Только сегодня вместо обычного молотка используется пневматический инструмент. Фиксированных сроков ремонта нет. Подход к каждому самолету индивидуальный. Таких заводов всего три в стране. В Москве, Минводах и в Новосибирске. Качество работ нашего предприятия давно оценили в разных уголках земного шара. Мы не просто имеем разрешение, одобрение международное. Мы интегрированы в международную систему авиационной безопасности. То есть наша деятельность, наши услуги понятны для любой авиакомпании мира практически. Говоря автомобильным языком, наш техосмотр признают авиационные гаишники всего мира. Каждый из этих лайнеров десятки раз облетел вокруг Земли. Каждый капитальный ремонт дает возможность намотать еще миллионы километров пробега. По статистике, авиатранспорт самый безопасный. На Новосибирском заводе делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя в небе, как дома. Сергей Толмачев, Анатолий Халитонов, Александр Ведерников, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.